Ранее телеканал «Волгоград-1» сообщал о том, что в этом году на День Победы акция «Бессмертный полк» не будет проходить в традиционном формате из соображений безопасности. Но волгоградцам предложили прикрепить портрет, ордена, медали и историю своего героя на автомобиль. Главное управление МВД России по Волгоградской области уточнило, что это не будет считаться правонарушением, и порекомендовало, как сделать это максимально безопасно. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Кроме того, чтобы фотографии сохранились в достойном виде, советуем крепить их на автостекла с внутренней стороны.